В продолжении темы к федеральным новостям. Теряем из-за абортов по миллиону россиян в год. Не можем улучшить демографическую ситуацию. Депутат Госдумы Виталий Милонов обрушился с критикой на массовое прерывание беременности в России. Политик предложил запретить принуждение женщин к аборту и на федеральном, и на региональном уровнях. Парламентарий напомнил, что в Мордовии уже установили такой запрет и уверен, что сейчас на региональном уровне его нужно узаконить в Петербурге, а затем и по всей стране. Виталий Милонов рассказал, что часто получают сообщения, в которых женщины рассказывают, цитата, как врач, муж, сожитель или еще какое-то третье лицо буквально принуждают их к совершению аборта. Не по медицинским показаниям, а по своим умозаключениям, страхам, лени. Конец цитаты. Советчикам депутат рекомендует выписывать штрафы, а врачам узаконить уголовную ответственность. Зачастую, к сожалению, мы сталкиваемся еще и с такими непрофессиональными явлениями со стороны акушеров-гинекологов, которые говорят, ну, можно делать аборт, если не хотите, и так далее. Нельзя. Это смерть младенца. Поэтому если мы, общество, не будем пододвигать женщину к этому решению, если мы, общество, будем говорить, да нет, поздравляем, вы станете мамой, там, поздравляем папу вашего, он станет отцом. Общество, которое не предлагает такой выбор, хотя этот выбор вроде по закону пока, к сожалению, есть. Это общество, которое заботится о будущем ребенке.